Вот они, ребята, издержки профессии. Пока затащишь весь материал на 16 этаж, совсем уже не хочется работать. Ладно, хоть инструмент можно на лифте поднять, а трехметровые уголки приходится таскать вручную. Ай, да, ребята, забыл даже поздороваться. Всем привет! Город немножко оживает. Все начинают ехать то по делам, то на работу. В принципе, у меня тоже появилась работа, которую хочу показать вам. Небольшая такая работка. Но пока сейчас в гараже у меня делается освещение. Кто в курсе, кто заходит на мою страницу ВКонтакте, тот уже в курсе. Поэтому возможности снимать видеоуроки нет. И поэтому я решил показать вам то, чем я сейчас, в принципе, занимаюсь. Да? А и заниматься я сегодня буду вот чем. Как видно, материал поднял. Заниматься вот будет чем? Дверь на высоте, и на нее как-то надо забираться, да, на тех этаж. Поэтому здесь попросили сделать лесенку. Лесенку буду делать из 40-го уголка и еще поручни из 40-го профиля. Поэтому подготавливаю инструмент и потихоньку начинаю собирать. И подробно показывать про сборку, сварку я, конечно, не буду, а буду показывать поэтапно. С косоуров, со ступенек и так далее. Зачистил место под сварку и сюда приварю кусочек уголка, и потом уже сверху, получается, у меня будет косоур. Вот таким образом примерно это будет выглядеть. Почему кусочек уголка? Да все просто, потому что если его не ставить, то лестница будет задевать трубу. Поэтому сделаю немножко выступ и вот таким образом буду собирать лесенку. Более полого ее выставлять не буду, поскольку все-таки нужно сохранить хотя бы свободное пространство, чтобы можно было легко спускаться и подниматься на крышу. Поэтому она у нас будет крутая. Все, подгоняю и привариваю. Тогда сейчас я займусь подгонкой двух этих косоуров, прихвачу их и потом уже буду выставлять ступеньки. Выставил два косоура. Параллельность соблюдается. Прихватил сверху еще одну ступеньку, выставил ее вровень с дверцей параллельно. Надеюсь, видно будет. И теперь уже отметил на одной стороне ступеньки. Сейчас отмечу это примерное. Сейчас отмечу уже от этой ступеньки вторую сторону и буду прихватывать уголки. Конечно, тьма кромешная, ничего не видно. Хорошо, вот камеру хотя бы взял, фонарик есть. Да еще в телефон помогает немножко. Так бы вообще ничего не видно было. Поэтому надо с собой возить какой-то прожектор. Ладно, продолжаю дальше. Ребята, нарезал вот таких коротышей по 2,5 сантиметра. Сейчас каждую ступеньку их подложу вот таким образом и обварю
чтобы у нас ступенька со временем не прогибалась. Ну что, все опорки я прихватил. И напоследок еще, наверное, засверлюсь в пол, чтобы у нас всякие вандалы не выдернули всю эту лесенку целиком и не унесли металлолом. И теперь это безобразие осталось лишь обварить. И обваривать я буду электродами ONI 1355 3 мм. Все, ребята, лесенку я обварил. Все нормально, все хорошо. Ну и теперь осталось ее только проверить. Еще, конечно, с левой стороны хотели поручни поставить, но как их тут поставишь, если они будут упираться в дверь, дверь будет мешаться. И также, если с этой стороны справа и будешь ставить, то они также будут упираться в дверь. Поэтому их не ставил, пусть сами придут, посмотрят и решат, стоит их ставить или нет. В принципе, можно подниматься и за эту ручку тоже держаться. А я считаю, в принципе, ее можно и не ставить. И так нормально. Что я поднялся, спустился. Милое дело. В принципе, удобно. Вот такая лесенка у меня, ребята, получилась. Ничего в ней сложного нет. Простая, обыкновенная, техническая, да, чтобы просто подняться, спуститься. Никаких изысков ей не надо. Главное, чтобы она выполняла свою задачу. А на этом, ребята, я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, как я уже говорил, что обваривал эту лесенку электродами ONI 1355. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что я буду рассказывать, как это делается. В общем, ребята, следите за новостями. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.